Всем привет, ребят. Ну что, начали мы коллекционера, а у нас сегодня аккаунт моего сайлица Николая. Мы ему ролили на английском сервере, был Battle Rolling. Сейчас мы будем ролить уже на русском после обновы. У нас сегодня вот такой вот коллекционер. Я вам у себя его показывал, потом пересмотрел, там в районе 60к нам надо, чтобы собрать слизни, получить талантик выживания. Я вам уже показал пару героев с ним. Думаю, сегодня еще пару запилю. Также вот есть эмблемка раскола уже. Седьмая за Бугимена. Ну, в общем, вот такой вот у нас сегодня Коля для Коли будет. Давайте посмотрим аккаунт. Аккаунт бездонатный. Поехали смотреть героев. Так, Бигфута не хватает, заклинательницы, Тессы. Асурика, сердцеедки, Махатмы, Арктики, Рогатки. В общем, есть чего убивать. Находится он в гильдии Калаврат. Первые третьи места, босс 3 20.00 БГ, четверг и воскресенье. Заявка обязательно, атака фортов тоже. Кидайте заявочки, вступайте. Поехали посмотрим, что у него делается на аккаунте, кто есть. Так, ты как Берс. Ну, по талантикам очень даже неплохо. А, ну, без стрелок. Чем не открывает. Скины. Так, ну неплохо. В основном, что надо есть. Сейчас я ему пооткрываю. Понаоткрываю. В общем, такой вот аккаунт. Поехали. Попробуем что-то интересное сегодня заролить. У меня вроде падало неплохо, не знаю, как сейчас будет рандомчик. Так, ну уже два слизня есть, это радует. И я. Ну что-то слизни падают, Леди Лео. Тыковка, так, там за тыковку, по-моему, дают нам что-то. Так, ну... Скажу вам, слизни падают у него офигенно. Ну, нам нужны герои. Герои вообще... Сердцеедка есть, наконец-то. Дед Мороз. Фея. Слизни 10 собрали или нет? Да, четенько 10. В принципе, вообще... Огонь. Падает офигенно. 11. Гаргул. Укротитель. Ара. 12. Еще ара. 13. И сейчас так. 14. Ничего себе. Ну, он, по-моему, 15. Он будет рекордсменом по-любому. У нас там было сколько? 56. 22 там или 22 или 23 тысячи самов. И мы уже собрали студеных. Ну, единственное, нам осталось Бугимена выбить и Суккуба. Но это, конечно, не то, что нам надо. Поздравляю с сердцеедкой. Один недостающий герой уже есть. Поехали дальше. Так, ну рандомчик. Офигеть! Ну чё, поздравляю, Коль. Коля сегодня твой. Твой тёзка тебя наградил. Поехали дальше. Не будем на этом останавливаться. Надо все-таки доролить до нуля, чтобы найти еще недостающих. Так, ведьма, королева гарпий. Стрелок, нифига себе. Вот это, ребята, круто. Асура Суккуб, ну просто огонь. Мы Коли собрали всего Колю. Фрея, ребят, ну это просто жесть. Посмотрите на этот дроп. Разломали мы рандомчик наконец-то.
Ребята, это просто по лайку ставите со всех аккаунтов, с рук, с ног. Ну, это просто жесть. Посмотрите, что делается. Не знаю, сколько у него тут слизней выпало уже, но даже снова ему выбили. Хорошо бы Бигфута еще. Надеюсь, так будет сегодня на всех аккаунтах падать нам. Просто четенько. Заклинательница еще недостающая. Еще снова Зила. Влад Дракул, ну еще нам дайте Бигфута для полного счастья. Химка. Ну, рандомчик. Рино Душек. Вот это роллинг. Ну, давай. В общем, еще Влад Дракула в конце. Вот так вот. Просто разломали рандом. Поехали. Будем сейчас смотреть, что там мы понавыбивали. Так. Сердцеедка однозначно используем. Поздравляю. Фрейка у него уже есть. Мы выбили еще одну. Еще выбили два стрелка. Жесть, короче. Буги-вуги. Отлично. Вот это огонь. Так, Асурик. Заклинательница. Ой, а что-то их две. То ли она у него была, он ее не открывал. То ли что, я не знаю. Сейчас посмотрим. Наверное, скорее всего. Так, ну, к сожалению, Махатму мы не вытащили. Буги вытащили. Так, Сноу тоже, наверное, у него есть. Я думаю, что на таком аккаунте Сноу взяла. Так, Асурика надо открывать однозначно. И Тесса нам не упала. Тесса Бигфут. Но самое главное, что мы сделали, то, что надо было. Мы ему достали даже седьмой раскол, ребят. Так, 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 так. Открываем Асурика. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Огонь просто. Так, и что мы имеем? По ресурсам у него ресурсов, как обычно, хватает. В общем, поехали, забираем коллекционера. Ну, вот так вот. Коля для Коли, я считаю, удался. Бугимена мы вытащили. Все собрали. Опять же, намного дешевле, чем у меня на аккаунте в два раза. Жесть. Ну, поздравляю. Думаю, он специально ждет видоса. Сказал ему не спойлерить, не смотреть. Вот так вот. Огонь. Так, хорошо. Поехали посмотрим, с какими они у нас талантами. Вот это радует, такие роллинги. Реабилитация за четвертая ремка. Жалко, не пятая. Так, и заклинательница. Ну, в общем, такое вот. Давайте на Бугимане пооткрываем. Сундучки. Бум. Бег. Каменка. Вот это интересно. Каменка. Это уже интереснее. Так, что у него тут есть? Стрелок. Ворожей. Блин, ему бы ремку, либо атакующий талантик куда-то. Так, Рино. Их его знает, что делать с этой каменкой. Можно, в принципе, по башке поставить, думаю, как вариант. Сурику, в принципе, оно не особо его. Он его сейчас будет качать. Бугимена тоже. А вот Бури как раз именно то, что надо. Поставим сюда. Так, ну что, еще одна коробочка. Бум. Преследует этот бег сегодня. Поставлю ему вот так вот. Где там быстрее будет бегать. Не прет. Так. Что там у нас еще падало? Поехали, откроем
Прайм руны и сундук эмблемы. Так, ну и питомца заберем нового. В общем, вот такой вот роллинг, думаю, вам понравилось. Мне тоже понравилось. Опять мега легенды упали нам. Бог войны, неплохо. А эмблемка какая? Порочный пакт 6, а чё нет? Отлично. В общем, вот так вот. Есть новый питомец, нам упал 4 штучки. В общем, вот так вот. Ну что, поздравляю от души. Красиво заролили, я надеюсь, ты будешь доволен. Все, пишите комменты, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.